Здорово, бойцы, на связи Флэс, играя под оригинальным ником Краб, и сегодня я принимаю участие в самом настоящем гей-пати. Оу май! Четыре ветерана Восточного фронта. Один раз не ветеран Восточного фронта. Значит, отказывать я себе ни в чем не буду. Когда еще вы такое увидите, беру опытных снайперов, бегу сразу же, например, сюда, на центр. Весьма интересная карта, поля 5 на 5, при этом мы играем 4 на 4, состав противников такой. Кстати, если мы будем долго жить, то есть если этот бой затянется, точнее, если противник будет жить, небольшая оговорочка, и доживут они до B4, то тогда нам, наверное, не поздоровится, и все наши потенциальные преимущества в виде штуки Цуфус закончатся. Ну, поэтому надо как-то заканчивать это как можно быстрее. Хотя 155 очков, наверное, быстро это не закончится. Но тем интереснее, посмотрим. Я не знаю, чего ждать от этого боя. Этот бой уже удивительный. В команде противника один азиат, кстати. Азиаты в этой игре — это нечто, как и во всех играх, поэтому посмотрим. Возможно, там играет семируки, восьмихер. Посмотрим. Так, ну вроде бы как я на центре. Я, наверное, чем-нибудь надо подогнать сюда. Противотанковое, противопехотное, не знаю. Не знаю. Пока что никого не видно. Так, парни, пора стрелять. Замечательная тактика от меня. Просто в ряд. Егерский наш отряд. Нормально. Ну, мы быстрее прибежали от того и преимущества. Все, мы заняли позиции, как бы. Так, думаю, это здание можно взорвать. Так, тихо, не очень удачно. Нет, нет, управление пощади. Это не я, если что, я вообще не нажимал на Ешку. Не, я ее нажал, но она поздно, слишком поздно активировалась. Так, ох, вот сейчас будет здорово. Так, пацаны, в дом. Пацаны, прячьтесь. Если хотите жить, то все по домам. Вот так вот. Вот так вот и заканчивают ветераны. Блин, один придурок выстрелил. Прячься давай. Блин, лаги какие-то в бою. Так, ПТ-винтовки-то есть? ПТ-винтовки есть. Так, сарай, да? Нет, четверка. Так, ну я думаю, что сарай пригодится. Но я, если честно, не хочу брать. Да что-нибудь оригинальное возьму. Флагпанзер. Why not? Погнали, погнали. Башка М20. Так, мои пацаны попрятались. Кстати, вовремя я спрятал их. Мы пока что держим все направления абсолютно, поэтому переживать вообще нет смысла никакого. А вот здесь вот нашим союзникам надо сражаться за эту точку. Какой-то штурмовик. Обнаружили его. Так, ну где там флаг? Что-то долго едет. Надо было сарай брать и не выпендриваться. Ну ладно, здесь пулемет пододвинули. Что, в принципе, приятно. Текс. И тишина. Бронебойщик, кстати. У нас с этим дефицит, поэтому забрать базуку было бы очень кстати. Блин, мне нельзя палиться. Пилотку хватанул. Но я не могу не взять пилотку, вы же меня знаете. У меня на них нюх. Так, тебе бы как-то убежать отсюда. Прям было бы здорово. Беги. Беги, родной. Прекрасно. Плюс бронебойщик. Флаг. Подкатывайся сюда. Так, ну здесь что-то выбили наши, кстати. О. Закончилось, я так понимаю, путешествие. Веселое. Пулемет кто-то снял. Так. Дело дрянь. Против КВ как бы нет приема. А, не пробивается с такой дистанции. Короче, ошибся я. Но, с другой стороны, на самом деле, сарай бы тоже они прибили, поэтому плевать. Ладно, не такая уж и дорогая потеря, чтобы переживать. А вот насчет КВХи, ну, надо что-то делать. Дым, например, кидать. Ждем-с.
Я либо заметил, что кустики подергались, либо он так на дым отреагировал, хотя дыма еще не было толком. Ну, поползли, пофиг. Нет, что-то он не сильно-то боится. Так, куда Квет пробивается, в нижний или верхний, я забыл. О, приветики, пацаны. Что-то как-то я вас не увидел. Так, Хедзер, КВ. Ну, я не знаю, в принципе, Носхорн отлично подойдет. Давайте Элефанта возьму. Когда, если не сейчас? Когда, если не сегодня? Элефанта, вы его так редко видите. Блин, надо было дождаться КВ-ху. Что-то я, конечно, поторопился. Но кто же знал, что здесь целый отряд призраков, призрачных партизанов или кто там был. А он так едет вкусно. Посмотрите, подставляет борт, типа, на-на. Кушай. Четверик. Ну, он не пробьет с такой дистанции. Но он бы не спал. Хоть майкану. Что-то у нас на центре как-то не то немного. Ну, все закончится сейчас, когда полетят штуки. Так, по-моему, идеально я взял. Бум. Нет, задержку не очень хорошо взял. Вот так вот, отлично. Ты, ё-моё, откинулся, что ли? Так, чё у них, ё-моё? Шерманы, 34-очки. КВ стоит персиком. Так. Очки тут, я так понимаю, какие-то повышенные. Имею в виду настройки боя. Что-то они как-то быстро копятся. Так у нас королевские тигры скоро пойдут. Но Федьку хочется увидеть прям, мне самому. Я понимаю, что это довольно бесполезная машина. Но до чего же она фундаментальна? Так, что-то взорвалось там. Четверик взорвался. Башня у него что-то в судорогах вся. Шерман. Ничего у меня. У меня один боец просто, посмотрите на это. Краб, самый настоящий краб. Только крабы так играют. Ну, давайте, надо что-то хоть ставить, брустеры там. А то тоже не дело. Хоть и команда ветеранов Восточного фронта, но подставлять все равно не хочется. Союзники, в конце концов. Здесь бы чего-нибудь понаставить. Здесь. Для красоты. И антуража. Ну, тем более здесь свои ползают. Сейчас, сейчас. Смотри, какой змеечка красивая на карте. Бежит к центру, подтягивается, стягивается. Фидос скоро будет. Что здесь? Хедзера. Т-60. Ну и при этом мы все равно держим центр. Как? Сорожка. Это типичный Фауст. А, нет, смотрите, попал, но не убил. Все равно типичный Фауст. Либо не попадает, либо не убивает. Фидос. 40 очков осталось. Я уже в нетерпении. О, вот это да, вот это мое. Фидос. Поехал. Прекрасно. Монстр. Просто монстр. Да, я знаю, что это Элефант. Но мне пофиг, я буду его называть Фидосом. Для меня это Федя. Я просто не такая историчная дрочила, чтобы прям бугуртить из-за того, что я называю танки не так. Или кто-то там называет танки не так. Так, ну вот так вот они перехватывают центр. О, пошло дело, поехало, штрафники. Штукацуфус. Ну и Федька едет. Блин, я строил здесь, харе. Так, мой горный егерь, кстати, живет. Доминик. Едь, едь, какой же ты медленный. Огромный кусок. С броней 200 мм, который еле едет. До центра просто доехать не может. Так, снайперы, кстати, появились. Так, наверное, не стреляй, а ты будешь вертеться. Так, первая штука Цуфус стреляет по правому направлению. Как обидно,
как больно промахиваться, когда танк бортом стоит. Хотя мне на самом деле все равно, что в лоб ему стрелять, что в борт. Но я не попадаю. Anyway. Ничего не вижу из-за этого значка. Вот встал же, а. Так, башня, по-моему, выбита. Готов. Без шансов. Против такой глыбы не попрешь. Так, опасно стрелять, но сейчас уже надо. Нет, зачем ты стрельнул по трупу? Морда ты. Вы этого не видели? Нет, это неправда. Это неправда. Его не существует. Я уже думал, по своему попаду. Готов. Так, сюда надо что-то тянуть. Да, господи, опять я флагпанзер взял. Я хотел взять вот эту штуку, но мискликнул. Как бы такой себе мисклик. Ну ладно, в принципе, какая разница. Быстрее хоть доедет. Так, а здесь-то что-то у пацанов все получается. Там вижу 34-ки. Надо бы попробовать поубивать. Мне, конечно, опасно бортом разворачиваться. Так, мой танк зарядил фугас. Почему? Почему он фугас зарядил? Он же не стреляет. Почему? Почему он фугас зарядил? Он же не стреляет. Как-то странно. Так, а там что? БТшка. Ну, что-то какие-то танки у них несерьезные. Где? Где ИСы? У них, в конце концов, есть ИСы третьи. Они, конечно, беспонтовые. О, Катюха, походу. А, нет, Калиопа. Еще круче. Так, ну... Ну как же ты встал, мужик? Моё. Yes. Мой фраг. Чё, я зря что ли элефанта брал? Так, это флагпанзер мой приехал. Ну все, продолжаем здесь держаться. Хотя было бы от кого держаться. Честно говоря, мы и без штуки Цуфус побеждаем. Но она у нас одна. На правом фланге, на самом, как бы, бестолковом, по сути. Флагпанзер прикрывает. Здесь сила-то не в этом, не в штуке Цуфус. На таких настройках немцы мощные, в принципе. Из-за танков. Я возьму-ка я, наверное, гриля. Чевапчич. Поехал. Калиопу подбили. А зачем так близко к Калиопу подъезжать? Ну, много вопросов и нет ответов. Не будет, наверное. О, вот оно, не зря я взял чевапчич. Айда убивать. Гаубицу D1. Так, СУ-100. Ну, тоже не страшно. Так, там бы мне это... Поиграть. Готов. А, это не СУ-100. Это смешнее. Так, где там был прицел? Ага, понял. Он все еще там, кстати. Так, только впереди здание. Не убить бы. Так, и снова это. Вы этого не видите. Этого не существует. Стрелякаем. Так, немного не туда, еще. Почему она стрелять начала? Перезарядилась? Или это лаг, баг? Экипаж танка убил какого-то. Ну, грилюх, давай, попадай. Так. Нет, еще не мертва. Во! Раздроблено. На атомы. Большие и маленькие.
Так, снайперская винтовка. Это где же она? Ну, она не на центре. Центр вообще как-то пустоват. Один залп на снайпера. Настолько их ненавидят. Сразу высаживайся, я знаю, что ты вылезешь. Сюда беги. Так, вообще-то стреляй только, давай фугасы выкинем. Так вот получше, мне кажется. А, подбили. Что-то как-то просморкал. Ну и все, тишина. Так, вот, БТ-шку, кстати, хотел подбить грилем. Ай, забаговал. Стреляй. Досадно. Так, КВХ, кстати. Ну, подбить-то он меня, наверное, не подобьет. Хотя он, в принципе, может двигатель мне сломать. Но, как показывает практика, КВ двигатель не поджигает, как и любые фугасные танки. Так, на трак поставил БТ-шку. Ладно, отбиваю его спокойно. Так, танкиста убил. Бедолагу. Так, ИС-3, ну наконец-то. Я уже заскучал. Так, ну под калибр заряжаю. Тут по-другому никак. Ну и прямо в щечку. Эх, не попал. Готов. Вот и все. Вот и все прелести немецких танков. Ну, этому башню сломать. Чисто для профилактики. А чё это вдруг башня не берется? Задание принято. Так себе задание, хочется мне сказать. Лучше бы ты там сидел. Он исчез, естественно. Люблю туман войны в этой игре. Особенно люблю людей, которые хвалят туман войны в этой игре. Просто все горит, кавышка. Ну, что-то слева там вообще даванули мощным. О, центр взяли. Ну и по факту, на самом деле, на этом все. Что бы они сейчас ни делали, очки мы будем копить. Я вот не знаю, бой, конечно, фигня полная. Так, чисто ради мастодонтов посмотреть на них в деле, на элефанта. Я вот что думаю, может быть, мне сыграть с той стороны против ветеранов Восточного фронта? Мне кажется, это будет поинтереснее. И потом объединить их. Потому что, ну, посмотри, что там творит штука Цуфус одним залпом. Это как-то неправильно, я считаю, неправильно. Все. Ну и, скорее всего, они побежали. Ну, здесь вполне можно понять, поэтому... Да. Все, пацаны побежали. Нисколько не осуждаю. Бой был изначально нечестным. Хотя, сложно сказать. Был ли он нечестным? Виновата ли здесь штука Цуфус? Они просто плохо играли. Короче, ладно. Меняюсь сторонами. Ну и смотрим, что будет. Еще один красавец. Айда рубиться. Битва титанов. Ну, я на самом деле не помню, с какой дистанции пробивается ИС-3. В каточек там уж пробьется. С такой, видимо, нет. Мне бы поберечь подкалиберные снаряды. Ближе мне никак нельзя подъезжать, потому что там уже вражеская пехота. Нет, все. Подкалиберы закончились.
Так, ну даже на трак что-то не ставится. Хотя зачем мне его на трак ставить? Все на траке. Так, а башня, интересно, ломается или нет? В реальности хрен ее сломаешь. То, командиру досталось, ну как всегда. Там слева какая-то машина едет. Носорог. Прощай, стрим. Не, все-таки. Неужели не пробивается? Ну-ка, давайте. Еще ближе. Носорога убили. Все. Все-таки мой. Еще одну троечку я забрал. Дедов просто унижают. Снайпера убил. Боже, что творится? Что за аннигиляция? Так, я вижу еще, кстати, и сухо. 122-я, судя по всему. Ее на трак, кстати, поставили. Хочу! Хочу еще укусить. Так, есть попадание, но не проб... А, это СУ-100. Ну, всех убил. Фидос-то могёт. Ну, дело не в Фидосе. Дело в пушке КВК-43, которая есть у Ягд-Пантеры и у кого-то, у Королевского Тигра. А корпус вот у Элефанта дрянной. На самом деле, СУ-3 ничего не мешало поставить меня на трак и обойти. Борта у Федьки не такие уж прямо уж космические. А у меня закончились боеприпасы. Ну все, поиграли. Так, ну здесь точно все, я больше показывать ничего здесь не буду. Нет. Еще одна тройка, но у меня нету боеприпасов. Как воевать, когда у тебя нет боеприпасов? ИС-2, БС-3. Это он один остался? Нет, вдвоем. Все самые тяжелые танки собрались в одном месте. Черт, как много врагов и как мало патронов. Пополняйся, загружайся. Так, ну БС-ку разорвали. Так, все, 14 штук хватит. Фугас я сейчас выкину. Еще надо из круга выехать. А почему они раньше все это не брали? Ну как-то странно, согласитесь. Так, ну, Тигр справится с ним или нет? Такой дистанции-то, наверное, уж справится. Меня просто другие ждут. Да, вроде бы справится. Что-то сломал там его. Так, еще нет. Да возьмись ты уже! Yes, ИС-2 и троечка. И сломали башню, штука Цуфус. О, еще одна тройка. Погодите, погодите. Как же мало бронебойных осталось. Ну как же так? Как же неприятно промазать-то в тройку, но он меня еще не видит. Так, что-то слева стреляет. Так, пробитие. Ну там еще одна тройка. Я не верю, что она меня пробьет. Я не верю. Есть. Катим, накатываем просто. Ну, вряд ли пробью с такой дистанции уже. Блин, ту бы хотелось дернуть тоже. О, король-тигр присоединяется. Ну да, лобешник неплох. У меня, конечно, тоже неплохо. Я вам больше скажу, он не пробиваем для троечки. Все, мне на трак поставили. На этом точно финиш. Федька отстрелялся.
Сюда даже не могу повернуть. А где все это было? Почему? Почему так поздно? Так, глядишь, бы и бой бы так быстро не закончился. Ребята бы не свалили. Самое веселье-то они пропустили в итоге. И все по Феде, посмотрите. Просто все по Федосу. Все, пушку сломали. Теперь точно финиш, приехали. Еще одна тройка. Не, забавно, забавно. Только, блин, почему? Короче, ладно, иду в следующий бой. Чё-то ребята разбежались. И походу следующего боя не будет. Либо не скоро. Как-то грустненько. За кого мне играть-то? Британцы однозначно нет. Американцы. Но только если контрить штуку Цуфу с Калиопой, то какое-то занятие не ахти. Советский Союз дожить до Б4 и чисто выживать за счет нее. Не знаю. Советский Союз давайте. Ну и ждем. Походу это снова на день. Итак, второй бой, как и обещал. Играют за Советский Союз. Рокировочка против ветеранов Восточного фронта. Ага. У них не все ветераны Восточного фронта. Ну и ладно. И ладно. Так. Айда на газку гонять. Так, я так понимаю, вот этот флаг я вообще никаким образом не удерживаю, поэтому я не буду на него все свое внимание как бы перетягивать, наверное. Я даже не знаю, честно говоря. Ну попробую, ладно. Я не вижу вообще союзника моего, ну который рядом со мной должен быть, по идее, на центре справа. Ожидание сервера. Фух, слава богу. Да господи, да едь тоже вперед. Ох, эти автомобили в этой игре. Эти колесные машины. Так, ладно, попробую. Попробую, только серьезно, я не понимаю, кто центр будет держать. Пока что я вообще никого не вижу. Что происходит? Тек. Да чё ж ты все время назад-то сдаешь? Так, ладно, короче, морпехи. Давайте морпехов беру. В принципе, здесь есть где их раскидать. Врагов не вижу. Вот они, вот они. Стреляй же. Ай. Ну что за игра, пощади. Что это? Это хорьх. Это, мать его, хорьх. Ну все, до свидания. До свидания. Граната не взялась. Ать. Зря я нажал на прямое управление. Короче, получилась какая-то полная фигня, если честно. Я переживаю за центр. Там нет союзников. Слева... А, нет, стоп, стоп, вот это направление мы никаким образом не можем держать. Я-то должен свое взять направление. Но сейчас посмотрим, как это у меня будет получаться. Я ж плюс пулемет отдал свой. Пулеметчики, бегите вперед. Господи, ну, конечно, такое... Что игра ультра меня не слушается. Так, ну надо что-то брать сюда, я не знаю, красноармейцев. А зачем? Ладно, короче, сюда надо кидать пехоту. Пехоты не хватает. Все тупит, управление не слушается. Полный атас. Ну это готово, но этого мало. Этого, откровенно говоря, мало. Ладно, посмотрим, посмотрим. Сейчас, может быть, что-нибудь стабилизируется. Уж не знаю, каким образом. Но рано унывать. Вот что я точно знаю. Так, это... Нет. Не успел я гранату кинуть. Пулеметчики, стреляйте по пулемету. А, это не полуавтоматическая. Я думал, она...
А, я и того граната не взорвал. Каким вообще хреном я его не взорвал? Ё-моё. Ждать помощи здесь бессмысленно, так. Прикачу... Ё-просоты. Ё-моё, ё-моё, ё-моё. Ну, шансов у меня здесь немного. Я просто закликался и потерялся. Давайте так. Так, у него нет пулеметов. Это гуд. Но мои все равно вообще ни в какую не стреляют. Здесь мешает, что ли, что-то. Да танк сюда надо гнать, Т-60, давайте. Так, ну все, он бежит вроде бы. Но мне от этого ни холодно, ни жарко. Я просрал там два пулемета на джипах. Сейчас сюда сарай какой-нибудь приедет. Убивать меня без пощады и промедлений. Центр взяли, но проблема только у меня. А я должен держать этот фланг, это направление. Иначе ничего хорошего из этого не выйдет. Так, все, он забрал, кстати, пулемет. Возможно, он будет капитулировать, отсюда отступать. Так, а мне пушка какая-то нужна. Что здесь? Успеваю гранату закинуть? Успел? Да, успел. Найс. Минус пулеметчик. Так, очень вовремя подкатывается Т-60. Ну как вовремя? Там вон это, Хедзер едет. Тоже мне вовремя, блин. Бронебойщик. Все. Минус Т-60, Хедзер, я с такой позиции не пробью. Пробил! Я его убил. Так, слушайте, все не так уж и хреново. Ну, Т-60, конечно, жалко его. А что остается? Так, надо гнать сюда механизированную, раз танков у них не будет. Так, ну центр, дай боже, сейчас возьму. А, тут, кстати, пехота еще есть. Погнали, атаковал. Атакуем. Так, еще надо сюда гранаты кидать. Занимайтесь этим, парни. Я бы сюда еще партизанов подкинул. Посмотрите, как он встал. Просто посмотрите на него. Ой, нет. Ой, нет. Ой, боже мой. Да за шо? Стоп. Готов. Нормально, не паникуем. Спокойно. Ложимся. Пулеметочка надо сюда срочно ставить. Так, неплохо, неплохо, неплохо. Нифига не понимаю, но здесь направление вроде бы держу. Чё там у союзников вообще не вижу. Так, и какой-то японец, китаец, кореец, азиат. Походу все минус. Рипается. Вы посмотрите, здесь-то союзники практически продавили. Блин, будет грустно, если он вылетит, то все, бой-то нельзя будет продолжать. Нет, смотрите, не вылетел. Айда азиат. Айда молодец. Так, все, давай сюда. Браунинг, пулеметы, ну и аптеку.
Так, жалко, что здесь бруствера какого-нибудь нету. Давай сюда тогда. Надо бронебойщиков, короче, кидать вглубь прям. Потому что надо сейчас будет ловить все на свете. Партизаны, давайте. Так, во-первых, пулемет. Нормально, у меня еще много бойцов. Красногвардеец он пусть берет. Так. А это мою. Так, брустеров бы сюда поставить, коль уж дает мне время мой оппонент. Что по танку еще не совсем понятно. Но на самом деле сейчас все запоганит штука Цуфус, потому что против нее я здесь точно не попру. Мне либо помощь нужна будет, либо что. Союзники на центре так и не справляются. Ё-моё, взорвался на себя. Ленд-матрес подбили. Какого черта? Где? Где умудрились потерять ленд-матрес? Вы чё? Зачем сюда при... А кто потерял-то? Ладно, для меня это, конечно, вопрос. Так, что-то артиллерия какая-то, судя по всему. Это не артиллерия, это миномет, еще лучше. Ко мне тут присоединились. Точнее, к союзнику противника присоединился союзник. Так. Штука Цуфус запела. К счастью, пока не с моей стороны. Ну вот... Найс. Красиво сделано, хочется мне сказать. Так, чё? Чё-чё-чё? Истри, нужен ли он здесь? Я не знаю. Против королевского тигра я мало что могу. Так, еще, кстати, один гранатомет. Вообще, диверсантов бы кинуть. Но так лень. Вроде бы все раскидал, но один залп, и нету моего всего. Абсолютно. Так, пусть один бронебойщик вообще ползет в дальнюю даль. Я, наверное, возьму истри, потому что других вариантов особо-то и нет. Очков много, и так хватит. Ты кто? Ты стрелок. Сюда беги, ставь брустер. Но, как я уже сказал, я не вижу в этом особого смысла, потому что все может очень быстро закончиться. Снайперы у них появились. Здесь что-то ребята бодаются. И миномет работает. Ну, миномет я могу и танком подбить, в принципе. Невелика проблема. Так-то у меня все по уму раскидано здесь. Так, наверное, нет. Наверное, здесь бронебойщик беспонтовый. Я не проползу. 41 очко они уже накопили. 41 очко. Двадцатипятифунтовку начали ломать. По всей видимости, это королевский полк артиллерии. Штук. Ну, у себя как бы я крепко-накрепко закрепился. Калиопа снайпера убила. Прекрасно. Ты поглянь, что Калиопа-то творит. Так, кстати, штук на траке. Еще один ленд-матрес. Не особо ничем не помочь. Из три скоро будет. Все остальное я просто сам не знаю еще. Так, еще один стрелок.
минометы мешают. Ну, у нас так-то есть артиллерия против минометов. Я уж лучше танк возьму. Танк вот на центре поможет. Здесь? Нет, он начинает здесь атаковать. Не успел, да, кинуть. Эх, попасть бы сюда. Не пробивается. Ну, терпеть. Только терпеть. Из 3 на подходе. Хотя... Нормально. Лучше на центре помогу. Нет! Боже! Боже! Все, что я строил. Ну, предсказуемо, что я, в принципе, ною. А, так меня еще и вдвоем давят. Их. И что теперь делать? И что? Вот что я должен делать против этого? Матраса убили просто дважды. Я потерял всю свою пехоту за секунду. Там меня сейчас миномет еще разрывает. Ай, из-за подергивания я еще и не попал. Красноармейцы долго будут, надо мотопехоту ждать. Правый фланг открыт, все, они меня оббегают. У них как бы тру тактика, выстрел штуки цуфус, и дальше пошло-поехало. Слишком долго я все жду. Нет, бронебойный, пожалуйста. Но я потерял целый фланг, поэтому... Такое. Рад, что у союзников на центре все нормализовалось, но... Как мне здесь против штуки цуфу воевать, я не знаю. Погнали пока союзникам помогать. Чтоб истри не стоял. Хотя стоп, у меня же там уже пехота приехала вовсю. Так, высаживайся. Это во-первых. Во-вторых, там сзади есть господин один. Высаживайтесь. Так, истри, давай, подкатывай. Может быть, успею. Ну, я представляю сейчас, что у меня там... Ой, не успел я взять. Отпусти, игра, меня. Я представляю сейчас, что у меня там в тылу творится, но я на этот момент отправил партизанов в тыл. Еще партизанчиков. Партизаны, сейчас это мое все. Против штуки цуфу с укрытия не помогут, только дешевая пехота. Но здесь даже измором не возьмешь, понимаете? Здесь все тщетно. Так, бегите через F5, может, кого найдете. Это вторая была, по-моему, штука цуфус. Да, это была вторая. Так. Боже, у меня укрытий нет. Так, ну Т-60 можно еще взять, попробовать. Укрытия-то, кстати, появляются, ямки всякие. Что приятно, с одной стороны. Так, двигатель есть, возможно, сейчас сгорит. Партизанов бы я еще вот сюда вообще отправил. Ну, предсказуем. Увы. Я для этого-то партизанов и отправил. Увы. Штука цуфус, штука цуфус. Сверхпоказательный бой, мне кажется. Не поймите меня неправильно, я не горю, я знал, на что шел.
Я это и хотел показать, только со стороны как раз-таки ветеранов Восточного фронта. Но там как-то не задалось. Так, целые отряды. Ну, он просто держит отряды, делает выстрелы, играет отрядами. От того и выигрывает. Так-то я не вижу здесь архи сопротивления. А я перезарядочку-то я поймал. Я же не просто так побежал. Не, он плохо играет. Я серьезно, если бы не штука Цуфус, я вообще бы здесь спокойно держался. Меня еще плюс миномет разрывает. Ну-ка, а, ну там тигр. Не получится раздавить. Б4, конечно, вариант и выход из ситуации, но слишком долго ее ждать. Слишком долго. Б4, где ты? Когда ты так нужна? Калиопа у нас одна на команду. Ну, зато хорошо раздает, кстати, даже одна калёпа. О! Привет. Так, пора затыкать миномет. Еще, кстати, возможно, там еще есть крыс. Возможно, они просто побежали на другие направления к моим союзникам. То есть здесь, по факту, даже я подставил, хотя я вовсе этого не хотел. Я знал, что там крысы есть, а просто мне тупо юнитов не хватило. У меня С3 был, что-то еще было, Т-60 и два отряда пехоты плюс... Ну, не плюс, а вместе с партизанами. То есть это вообще не вариант. Еще и гриль. Все, связь потеряна. Ну, скорее всего, вылетел. Ну, тут согласитесь, здесь без шансов. Здесь просто без шансов. Это ж учитывайте то, что здесь накручены настройки боя, и там... Ну, даже если каким-то хреном я подобью штуку Цуфус, вылезет еще одна. А если возьму какой-то танк, даже если меня не диверсанты, которые у меня там в тылу ползают, убьют мой танк. Мой танк подобьет какой-нибудь мощный танк со стороны противника, потому что они немцы. Очков у них много, терять им нечего. Ну, в смысле, они ничего практически не теряют. Там по потерям-то посмотрите просто. Каждый потерял по пачке отрядов пехоты. Ну, я попробую сейчас, конечно, тигрюли забрать, но... Так, о чем башня-то? Катись, милый! Ну, делаю все, что возможно, но как же это все бессмысленно. Хорошо, хорошо поливает Калиопа. Все вроде бы здорово, но чего-то не хватает. Не хватает какого-то щита. Ты убьешь его. Походу нет. Так, надо левее убивать, которые... Блин, неудобно, конечно, здесь бруствер я разместил. Точнее, я его здесь не размещал, это вражеский бруствер. Но это не отменяет того, что он неудобный. Да, в итоге я его так и не убиваю. Еле-еле, ну что за скорость? Нужна уже пехота, нужна. Партизаны тоже нужны. Эти не хотят, не хотят ничего делать. Лэнд-матрес. Якт-тигр выезжает. Причем это якт-тигр не за спецочки. Это обычный якт-тигр. Да, естественно, покрутись в болоте, самое оно, когда мне срочно нужна пехота. Прощай.
Деньги, давайте еще одну пачку. Мехпехоту возьму. Так. Еще и арта по мне стреляет. Ну, сейчас должен танк вылезти. Отцепись. Unreal. Просто невозможно. Еще и СВГ. Знаете, в чем разница между Калиопой и штукой Цуфус? Калиопа, она убивает только живую силу. И то, кстати, не всю. Не в таком кошмарном радиусе. А штука убивает абсолютно все ваши шансы на будущую игру, потому что она разрушает все укрытия. И воюй ты в чистом поле, как хочешь. Так, ты не стреляй, ты у нас с базукой. Так, все, они-то вроде бы все отстрелялись. У меня есть секунда буквально, чтобы насладиться боем без штуки Цуфус. Жалкая секунда, жалкое мгновение. Нет, у меня даже мгновение. Ну, я уже в Джокера превращаюсь. Вы уже понимаете, насколько это безысходно. Айда воевать с Яктигром. Давайте хоть эту киску приложим. Потому что ни один Яктигр не выживет сегодня. Ни один. Для этого я возьму танк Победы. Что? Что эти партизаны должны сделать? Зачем мне маякуют на них? Я остался без элитки. Там пантера. Нас здесь даванули. Еще одна пантера. Понятно. Куч-куч Калиоп. А вот что здесь лагерь стоит? Он бы подбил эту пантеру. Вообще никаких препятствий. Ладно, возможно, я просто многого хочу. Например, я хочу подбить эту пантеру, которая развернулась ко мне лбом. Пощады. Я и так страдаю весь бой. Не попади. Нет. Нет. Нет, какая мразота меня на трак поставила. Как обидно. Неужели бы ты стрелок меня поставил? Ладно. Ладно. Так, из два в бой. Давайте. Хоть пантеру убить напоследок. Все, свое направление потерял, я ничего не сделал. А, вот и прилетели очки. Кстати, мне писали, что типа очки не перебрасываются. Они перебрасываются только через какое-то время. А вот они мне и прилетели. Давайте, из два пойдет направо. Кидаю партизанов туда на всяк. Из 3 будет разбираться с этой пантерой. Хотя, наверное, наоборот надо было сделать. Да, уже не важно. Как уж решил. Давай, не стреляй, заряжай под калибр, спокойно подъезжай. Сейчас мы разберемся с этим. Сейчас мы за все ответим. Нам бы вот это вот чуть пораньше. И возможно, возможно, мы могли бы мы качеством. О чем я? Какое качество? Не, даже штука Цуфус тебя не спасет. Кстати, а штуки Цуфус? Как насчет убить? Нет, перезарядки не хватит. Слишком долгая. Так, ну пантерку я подбил. Что там такое? Так, панзер 4, фугас в глаз. Он самый, он родной. Так, у меня уже и здесь захватили. Ну что за нелюди? Мотоцикл. Мотоцикл уже просто отправляю. Так, а ну ягодный тигр. Надо Яктигр завалить, тогда мы победим. Чисто я уже тут... У меня тут свои... методы вычисления победы. И если я подбиваю Яктигр, все, я уже счастливый. Так, ну он, блин, починил трак свой. Так, нет, не сбил, не понял я. Ну и ладно. Так, ну Яктигр меня точно не пробивает.
кстати, у меня на этот счет два танка. Блинский. Тут же дерьма еще вагон целый, и все. И меня по той гранатой взорвали. Ну, вы поняли. Без шансов. Тут убивают чисто из-за того, что у нас уже просто меньше. И убивают наши танки крысы, которых там целый вагон. Эх, вот так вот получается. Этот без пушки приуныл. Ну, Б4, конечно, скоро появится, но в самом деле, что она изменит? Ну, давайте так, объективно. У меня 160 потерь в пехоте, то есть сколько бы я туда ни кидал, чего бы я туда ни кидал, партизаны, красногвардейцы, даже как бы я ни микрил, штука Цуфус убивает абсолютно все. Пехота здесь невозможно играть, за счет этого, какой бы танк ты ни брал, он остается без защиты. То есть у них целая карта их. То есть они ее захватили. Они ее полностью контролируют и делают, что хотят. Ну, это было видно, они подбили все мои танки. Понабрали союзники реактивной артиллерии. Я даже знаю, почему они это сделали. Чисто так в ответку, в отместку штуки Цуфус. Но смысла в таком количестве реактивной артиллерии, наверное, не было. Все-таки можно было бы запариться по поводу танков. Но угнать я не буду. Это не ошибка, это просто отчаяние. Это просто невыигрываемый бой абсолютно. Ну и ладно, выигрываемый, но не таким составом. Чего ж тут греха-то таить. Ну и под конец они нас просто заспамили техникой. Причем не самой сильной. Як, тигр, пантера. Можно было бы. Можно, если бы у нас был бы на карте маневр. Но его не было. Горные егеря повсюду. А почему? Потому что штука Цуфус расчистила всю пехоту. Она еще пробила юнит, который был типа неуязвимый и мигал, типа. Интересно. О, супер першинг. Танк, который хорошо бы смотрелся минут 10 назад. Так, ну, да, если у него ум есть, он будет стрелять по 34-кам, а не по суперпершингу, поэтому этот объезд не имеет тоже никакого резона. Эх, не успел, мог бы, кстати, чмокнуть. А, чмокнул, кстати, подбил пантерку. Такие вот пироги. Я не думаю, что это можно расценивать как полноценный бой, причем что первый, что второй. Это был просто эксперимент. Эксперимент против таких вот составов, которые вы там мельком могли, в принципе, увидеть. Составы, не составы, а нации. Вот так вот. Разгромная победа и разгромное поражение. Ну, как-то так. Не знаю. На связи был краб, я правда не знаю, как это комментировать. И какая реакция за этим последует. То есть, что вы думаете по поводу этих двух сражений? Ну, нет, давайте все-таки серьезно разберем. Ладно, первый бой я не буду разбирать, там все довольно тривиально. А вот второй бой, ну, вот если бы... Ну, у меня, по крайней мере, лично все упирается в штуку Цуфус. Я серьезно, я мог бы держать вообще легко это правое направление, если бы не вот это вот дребедень. У меня все было разбросано, брустеры поставлены, пулеметчиков там хоть ушами жуй. Танк даже из третьей был. Но почему я начал сливаться просто так откровенно? Потому что все подчистила штука Цуфус. Я опять, я повторяю уже какой раз за бой, но оно разве не так? Ну, оно так и получается. Расчистили все мои передовую линию, она у меня была одна, это по сути была не передовая, а основная линия, где у меня были все красногвардейцы, и все, и отправили, кинули отряды горных егерей, которых уже подготовили, и они уже доделали окончательно всю работу, подбили и со третьего. Еще интересно посмотреть, сколько их там было в тылу, я уверен, что много. Поэтому вот за счет вот этого момента этот бой не выигрываем, то есть когда ты пропускаешь все, у тебя нету никаких шансов, потому что враг все видит, враг все знает, и враг, если что, может закинуть противотанковую гранату хоть во что, хоть ты Б4 возьми.
То есть, поэтому гнать на союзников. Два союзника, по-моему, были нубы, один был сильный, который американец. Он неплохо раскидывал Калиопой, но этого мало. Но тоже, Аскелуха разве здесь виновата? Ну, они там пытались что-то центр взять. Но как только появилась штука Цуфус, все попытки были тщетные. От начала и до конца. Поэтому такое. Просто считайте, что я вам показал. Штуку Цуфус в деле. Вот и все. Те, кто считает, что это не имба, ну, не знаю, что вам, как это еще показать, рассказать. Не имба, естественно. А на связи был Краб. Вот. Если что-то где-то я плохо сыграл, скидывайте все на то, что я краб, и у меня клешни, вовсе не лапки даже. Конец связи.